Российско-китайская выставка дизайнерских работ открылась в культурно-досуговом центре «Художественный» Байкальского государственного университета экономики и права. Свои творческие возможности продемонстрировали студенты Иркутского нархоза и Маньчжурского института университета внутренней Монголии КНР. Вот эта выставка проводится в рамках развития совместных образовательных программ. Программ двойного дипломирования как для российских студентов, так и для китайских студентов. В экспозиции представлено 49 студенческих работ. Точно такая же выставка с теми же участниками будет открыта в Китае. Зрители отмечают высокий уровень будущих дизайнеров. Мне кажется, у меня такое впечатление, что наши ребята очень тщательно, серьезно подготовили к этой работе, к этой выставке. По окончании экспозиции студенты получат сертификаты участников международной выставки дизайна. Первый шаг на пути к признанию и успешной карьере не только в России, но и за рубежом сделан.